летели. Новогоднюю ночь, 82 на 83 год, мы отмечали на самые, как говорим, голубые крылья, потому что белая формула почему-то вертолетчиков, синяя, голубая такая была. Их стреляли просто так, потому что мы их перебивали, когда их там приходили в город, на что-то штатское. Аэропорт, мы здесь Новгород подправляли в эскадрилье Файзабадской. Ее называли по-разному, пьяные эскадрильи, там еще эскадрильи, еще какая-то прочая. Но они летали и воевали. Значит. И я просто писал, как всегда, там, на боевых листках. Это вот то, что я сейчас пою, качать буду. Я писал на боевых листках. Потом вообще заснул, разбудил меня Гиви, летчик. Его не Гиви, его Соловьев, Володя звали. Снегирев, вернее, Володя, Снегирев, Гиви, дочка у него была. Оделся в парашют белый там, борт себе смочал какую-то, сделал тюрбан, говорит, смотал. Новые ботинки на шею повесил. И такой камультук, значит, где-то на операции взяли, кремневый. И вот он дух изображал. И меня уже не бил. Я даже не понял, кто это такой, если бы он не стал матом ругаться. Вот на фарсе говорил, чего-то, но потом-то. Мол, все спят, вставай. Ну вот, я встал и писал первый дел. Сфотографировались, я написал эту песню. Ну и посвящается она моим друзьям-вертолетчикам. И живым и погибшим. Вот опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей. А внизу земля Афганистана разлеглась в квадратиках полей. А внизу земля Афганистана разлеглась в квадратиках полей. Но не верь, спокойствие ты вечное, вот уже к тебе под облака тянутся прерывистые встречные огненные трассы пешека. Тянутся прерывистые встречные огненные трассы пешека. И кому судьба какая выпадет, предсказать заранее не берись. Нам не всем ракеты алые высь, ведь право на посадку и на жизнь. А мне все ракеты, а вы светят право на посадку и на жизнь. Ни к чему гаданья и пророчества, и о прошлом тоже не жалей. Не спастись порой от одиночества даже в окружении друзей. Не спастись порой от одиночества даже в окружении друзей. Но опять летим мы на задание, режут небо кромки лопастей. И опять страна Афганистания разлеглась в квадратиках полей. И опять страна Афганистания раздвигалась квадратика полей.